Здравствуйте, в эфире телеканала «Салям», выпуск новостей Акьярского телевидения. С ними вас ознакомят наши корреспонденты и я, Маргарита Тихомирова. Итак, коротко о главном. Будьте внимательны на дороге, соблюдайте ПДД. В районе обсудили актуальные вопросы воспитания детей. Школьники села Уфимские встретят учебный год в обновленной школе. Активные и трудолюбивые Чистяковы из села Макан. Каждые сутки на дорогах Республики Башкортостан совершаются ДТП. Главная проблема – несоблюдение правил дорожного движения. Вне зависимости от стажа, многие водители не соблюдают скоростной режим. Если добавить к вышеуказанным причинам неопытность автовладельцев, несоблюдение дистанции, отвлечение на телефон, то человеческий фактор окажется наиболее популярной причиной. В начале этой недели в районе села Макан произошла очередная авария. 28 августа 2003 года примерно в 5 часов дня на территории Хамлинского района прошло дорожно-транспортное происшествие, а именно на 91 километре автодороги Сибай-Акер. Водитель автомашины Volkswagen Trans выехал на полосу, принадлежит для встречного движения, и совершил касательное столкновение с автомашиной Chevrolet Niva. В результате ДТП Chevrolet Niva съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали два пассажира автомашины Volkswagen, и также обратились за медпомощью 6 участников дорожно-транспортного происшествия. От лица Государственной инспекции просим то, что соблюдали правила дорожного движения, не выезжали на полосу, предназначенную для встречного движения, были внимательным на дороге, безопасно на дороге, берегите себя и своих близких. Накануне нового учебного года в школе села Бурибай состоялось муниципальное родительское собрание, посвященное актуальным вопросам воспитания детей. В его работе приняли участие родительская общественность, педагогические работники, специалисты разных сфер, а также представители власти. Подробнее в следующем материале. Здравствуйте, шаймурадовцы! Здравия желаем! Участие в совещании! Поздравляю вас с наступающим учебным годом! Ура! 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 Ученики школы села Бурибай ежегодно показывают не только хорошие знания, но и проявляют себя в разных сферах, будь то творчество, спорт или общественная деятельность. В школе функционирует свой медиа-центр «Юность ТВ», в котором наши юные коллеги делятся новостями из школьной жизни. Свою работу медиа-центр начал в апреле 2022 года. И каждую неделю мы публикуем и снимаем разные репортажи, которые выкладываем на официальном сайте школы ВКонтакте. Выпуски выходят каждую неделю. Можно за этим активно следить и следить за тем, что у нас происходит в школе. Также в этом году инициативные ребята со своими наставниками провели конкурс проектов по улучшению своей школы. Методом голосования выявили лучший и представили его на грант «Инициативное бюджетирование». В итоге он получил поддержку в сумме 800 тысяч рублей и позволил сделать ремонт в актовом зале школы. Сложности были. Это, во-первых, надо было придумать сам проект, надо было придумать его концепцию, снять видеоролики. Не все проекты победили, кому-то, допустим, может, обидно было. Но победил именно тот проект, который мы посчитали лучшим методом голосования. Мы работали над проектом реконструкции актового зала. Мы хотели сделать его более в современном стиле, поменять шторы, поменять вообще кресла, сделать хорошее освещение, чтобы могли проводиться различные мероприятия в нем, вообще его полностью изменить, чтобы был более современный, светлый и красивый. В фойе школы, дошкольными учреждениями, школами были организованы выставки, на которых педагоги смогли показать работу методических и детских объединений. В рамках мероприятия работали дискуссионные площадки, в которых родители совместно со специалистами-партнерами обсуждали вопросы, касающиеся воспитания и безопасности детей. Сегодняшняя дискуссионная площадка была очень насыщенной, очень познавательной, очень много родителей задавали вопросы, которые их интересуют, и они получили компетентные ответы от ответственных лиц. Я думаю, что данное муниципальное собрание, а именно дискуссионная площадка, даст свои плоды в предстоящем 2023-2024 учебном году.
бик матур болды. Өзімізге көп немелер алдық, пайдалы кәңештер алдық. Күз 4 менен 1 сентябрьге балаларды әзірлеп, кейбәрге тырышабыз енді. Балалар спортом занимались, меньше на телефоне сидели, развивались. Больше с детьми на прогулку выходить, на лыжах бегать. В обновленном актовом зале школы прошла пленарная часть собрания. В его работе приняли участие председатели родительских комитетов школ, представители администрации, управления образования и органов внутренних дел района. Каждый из выступавших говорил о необходимости совместной работы родителей, школы и социальных служб по обеспечению безопасности и достойного воспитания детей. Много угроз сегодня нависит над нашими детьми. Идет борьба за душами и сердцами наших детей. Это нужно крепко, четко понимать. И те мотогонки как-то вот актуализируются и популяризируются, и те вейпы, и другие какие-то порочные явления. Нам нужно как-то от этого оградиться. И в этом деле нам нужно объединиться. И вот как раз сегодня мы с родителями и обсуждали, как же нам обезопасить наших детей, как нам избежать, как нам оградить их от угроз. Ну, конечно же, пришли к выводу, что нужно систематичность и внимание, поскольку мы с детьми сейчас перестали разговаривать, перестали общаться, больше мы общаемся с телефоном, по телефону, да, больше мы общаемся с коллегами через социальные сети и так далее. И отговорка у нас всегда одна – я занят, я работаю. А самая большая наша работа и самая большая наша миссия в жизни – это вырастить наших детей, воспитать их достойным образом, и чтобы их жизнь была безопасной. А этому надо, конечно же, учить. В ходе заседания с положительной стороны была отмечена деятельность Федоровского сельского поселения по обеспечению безопасности детей и активная работа Совета отцов Бурибаевской школы и родительского совета школы села Новый Зырган, в которых налажена связь всех участников воспитательного процесса. Диля Фазылова, Венера Тулубаева, Гульнас Сурина, служба новостей, село Бурибай. Во всех школах района завершается работа по подготовке к началу учебного года. В этом году некоторые ученики встретят его в новых обновленных школах. Заметно преобразилась после капитального ремонта и школа села Уфимский. Подробнее далее. Склад для хранения овощей. Первый. Второй. Для сапучих продуктов, третий – мучной цех. Раньше бывший пищеблок не соответствовал современным требованиям и отсутствовали цеха. Приходилось работать в стесненных условиях. В модульном здании нового пищеблока сейчас появились комнаты для сотрудников, приготовления пищи и склады для хранения продуктов. Появление отдельного здания с радостью встретила и медсестра школы Райхана Лабердина, которая отвечает за качество школьного питания. До этого мы работали очень в тесной комнате, да. А сейчас вот уже построили нам новый пищеблок. Вот с этого года начнем по-новому работать. Я думаю, девчатам-поварам будет очень удобно работать. Нам вот привезли новые оборудования, новые холодильники очень удобные, большие. Здание школы, построенное в 60-х годах прошлого столетия, сейчас не узнать. Обновленный яркий фасад учебного заведения привлекает к себе внимание издалека. С начала текущего года школа стала участником федеральной программы модернизации школьных систем образования. Ремонтные работы начались в феврале этого года. В данный момент в нескольких корпусах работы уже завершены. Работа велись по различным направлениям. Первое направление – это капитальный ремонт здания. Это включает в себя это ремонт фасада, облицевали сайдингом, металлосайдингом. Далее замена окон, замена потолков, полов. Дальше штукатурно-малярные работы в кабинетах, в коридорах. Далее полностью замена электроснабжения, электрики. Система отопления заменили. Вот такие работы велись. Второе направление – это оснащение средствами обучения и воспитания. По этому направлению были заказаны мебель, 100% замена мебели. Это парты, стулья. Дальше замена шкафов
интерактивное оборудование, технологическое оборудование для пищеблока и жалюзи. Жалюзи во всех кабинетах и коридорах. Я работаю с июня месяца, уже где-то 2 месяца, наверное, здесь. Ну, особую работу, конечно, уже почти заканчиваем. Мы все почти сделали. Вот осталось пару комнат, вот это надо доделать. Ну, основные работы здесь остались, вот немножко плитка, да, и покраска стен. Там вроде бы уже все доканчивают работу. Следующими направлениями федеральной программы стали повышение квалификации педагогов, установка автоматической системы пожарной сигнализации. Сейчас во всех кабинетах уютно и светло. Огромную помощь в создании комфортной среды оказали учителя, родители и сами учащиеся. Они приняли участие в выборе дизайна школы и даже сейчас продолжают оказывать помощь в наведении порядка в школе. В этом году мой сын окончил эту школу, 9 класс, и мы никуда не поступили, хотели сюда же, на новую школу, потому что делают новый ремонт в школе. Я вот сегодня пришла помогать школе. Спасибо всем за действенным, за ремонт, за учебу. Очень хорошие учителя у нас работают. Спасибо всем. Работаю здесь в начале августа. Я здесь помогаю, приношу плитки, режу, убираю мусор. Так, школа там красиво изменилась, мне это нравится. Школа также стала участником федерального проекта «Успех каждого ребенка». На сумму около 1 миллиона 800 тысяч рублей был отремонтирован спортзал, а прилегающие кабинеты преобразовали в теплые раздевалки и лыжную базу. Такое обновление порадовало и молодого специалиста из села Ахьяр Тимирхана Давлеткулова. С нового учебного года он начнет работать здесь учителем физкультуры. Окончил Сальтамакский техникум физической культуры, управления и сервиса. И на данный момент устроился сюда работать. Школа очень красивая, мне здесь все нравится. Оборудование, инвентарь, все новое, все так интересно. И вот так вот потихоньку готовимся встречать детей к сентябрю. Пристроек в школе был возведен в 90-х годах 20 века. В данный момент здесь расположены кабинеты начальных классов, пришкольного интерната, гимнастического и тренажерного зала. Эта часть школы также заметно преобразилась. В кабинетах заменили окна, постелили линолеум, покрасили стены. Заметно обновились и санузлы. Здесь и интерьер поменялся, душевая комната у нас стала, туалеты и служебный. И кабинки все поменяли. Должно понравиться детям. Самое главное, детям, чтобы понравилось. В нашем пришкольном интернате села Уфимский проживает 34 воспитанника. 10 девочек и остальные мальчики, получается. В интернате созданы все условия проживания. Туалеты теплые, вода душевая, комнаты большие, просторные. Мы все довольны. На данный момент еще предстоит работа по благоустройству прилегающей территории школы. Всего на проведение капитального ремонта было выделено больше 60 миллионов рублей. Часть работ была выполнена благодаря спонсорской помощи горнорудного предприятия «Башкирская медь». Нурия Байгужна, Венер Тулубаев, Гульнасурина, служба новостей, село Уфимский. Выход на пенсию – особенный период в жизни каждого человека. Одни воспринимают его очень болезненно, а для других, наоборот, изменение образа жизни, круга общения приводит к обретению нового смысла в жизни. Ко вторым уже много лет относится и семья Людмилы и Федора Чистяковых из села Макан. Древнегреческий целитель, врач и философ Гиппократ утверждал, что гимнастика, физическое упражнение, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье и полноценную радостную жизнь. Этих правил придерживаются и наши герои, которым уже по 72 года. Каждое их утро начинается с зарядки, а несколько лет назад они увлеклись еще и фитнес-ходьбой. Сначала я ходила одна. Он все улыбался, что, говорит, пыль поднимаешь. Вот. А потом что-то раз попробовал со мной. Так нормально. Оказывается, вообще это хорошо. Мышцы развивают, прям особенно вот на дыхание хорошо. Вот. А потом уже мы стали друг друга подтягивать. Ну что, пойдем сегодня? Во-первых, и день скоротаешь. Все-таки 45 минут ходьбы, это немало.
Вот, и себе очень большая польза. Наши герои познакомились еще в школьные годы. В прошлом году они отметили 50-летний юбилей совместной жизни. Сейчас четверо детей, 9 внуков и 2 правнука – самая большая радость и гордость для них. Людмила Николаевна, 45 лет, проработала в школе села Макан. Выход на пенсию для нее стал неким путем постижения новых увлечений. Сейчас ее работы стали украшением семейного очага. Когда я ушла на пенсию, 4 года я отдыхала. Думаю, чем же я буду заниматься? Боже мой. Первый год я решила вышивать. Вот моя вышивка вот на стенке первая. Крестиком я вышивала. Целый год, считай, вышивала всю зиму. Вот. Потом еще одну вышивку. Потом подкинули мне мозаику. Вот, мозаичную вот у меня работа есть. Вот. Потом я решила связать себе кофту. Я ее связала, целый год вязала. Но я ее связала, могу показать. Общий трудовой стаж главы семьи составляет 41 год. Выйдя на пенсию, Федор Геннадьевич продолжил свое увлечение пчеловодством. Для облегчения работ стал изобретать новые приспособления. Так появились приборы для натягивания рам, выколачивания пюрги, воскотопка и другие. Людмила Николаевна, хотя вначале и боялась пчел, теперь стала главным помощником и опорой мужа в его увлечении. Но я еще работал, начал заниматься пчелами-то, потому что это, ну, ребята, Миронов вот занимался, и вместе с ними как-то предложили, ну, до этого у меня и отец занимался пчелами, мы же приехали из деревни, а там тоже все, и дед занимался, и дядьки занимались, дядька даже пчеловодом был, вот, и здесь вот, ну, время, наверное, подошло к этому, и вот потихоньку начал, и так вот уже... Сколько лет? Лет, наверное, 18, может, почти, занимаюсь пчелами. Радует глаз и подворье семьи. Чувствуется особенный порядок, простота. Все насаждения, аккуратные грядки, даже деревянные человечки, большая чаша с цветами – на все это приятно смотреть. Видно, что наши герои с душой и сердцем отдаются своему саду. Людмила Николаевна очень любит цветы. На участке можно увидеть и декоративные, и неприхотливые полевые сорта. Тяга к садоводству или как к огородничеству, конечно, это идет от семьи, потому что мама все время сажала, и потом свои огурчики, помидорчики, это же, как говорится, подспорье, а в наше время тем более. Поэтому мы каждый год сажаем, сначала рассаду делаем помидором, вот, потом высаживаем сюда. Вот. И, а вот, например, цветы, ну как без цветов? Без цветов тоже нельзя, как говорится, цветы украшают наш двор. На улице прохладно, близится осень, а у наших героев поспевают молодые огурцы, болгарские перцы и помидоры. Третий год подряд семья держит теплицу. Если благодаря заботливым рукам Людмилы Николаевны все растет и развивается, то с помощью инноваторских идей хозяина все это поддерживается. Весной вот очень хорошо, и осенью хорошо, потому что здесь вот тепло сохраняется. Летом же, когда сильное солнце, то в теплице тоже очень жарко. Поэтому в этом случае что мы делаем? Какие приспособления? Во-первых, он сделал вот капельный полив. Вот. Даже это не капельно, как лучше сказать, оно распыляет. Это вот поддерживает температуру, вот когда жарко. Сейчас мы уже этим не пользуемся, но это он тоже сам все делал. Вот. Потом вот мы посередине ставим вот здесь вот ведра стоят с водой. Вот 3 ведра с водой, чтобы испарение шло и меньше, ну как бы не так жарко было. Посмотришь на Людмилу Николаевну и Федора Геннадьевича, и душа радуется. Оптимизма, заряда энергии, теплоты, которые исходят от этой семьи, хватит, чтобы наполнить смыслом жизни и других людей. Нурия Байгужна, Венер Тулубаев, Гульнасурина, служба новостей, село Макан. В Хайбулинском кинозале «Берку» 31 августа состоится премьера мультфильма «Северные Амуры» и фильма «Чижик-пыжик возвращается». Представляем вашему вниманию анонс мультфильма «Северные Амуры», созданного студией «Муха» и киностудией «Башкортостан». Это история о 5 башкирах, которым предстоит пройти 2 войны – русско-шведскую и отечественную 1812 года. Французы прозвали их «Северными Амурами» в честь божества любви Амура, поскольку конники были вооружены луком и стрелами. Они неожиданно нападали на неприятелей и также резко уходили в тыл, оставаясь неуловимыми.
Первыми увидят мультфильм жители Башкортостана, а с 12 октября он стартует в российский прокат. Приключенческий фильм «Чижик-пыжик» возвращается. Приехав на экскурсию в Санкт-Петербург, одноклассники Дана и Лева становятся свидетелями кражи знаменитого «Чижика-пыжика». По легенде, если загадать желание попасть монеткой на пьедестал памятника, не уронив ее в воду, оно обязательно исполнится. Но «Чижик» пропал. Значит ли это, что ребятам никогда не удастся воплотить свои мечты? Смелые школьники бросаются на поиски похитителей, скрываясь от учителей, срочно вызванных из Екатеринбурга родителей, полицейских и даже от самого Петра Первого. Ждем всех в кинозале «Беркут». На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Спасибо за внимание и до новых встреч!